Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей заработка без вложений хочу поделиться новым боксом АДС «Заработок и реклама». Это бокс, друзья, с расширением. Зашла я в него вчера очень поздно. Давайте разбираться вместе. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываем логин, прописываем свое имя, email адрес, пароль, разгадываем капчу и заходим. Значит, здесь можно как зарабатывать, так и рекламить свои проекты. Нажму профиль, и у меня на балансе 11 копеек. Значит, вкладочка «Вывести», вкладочка «Пополнить». Пополнить — это для рекламодателей. Если вы хотите продвигать свой какой-то проект, прорекламить, или YouTube-канал, то пополняете и рекламите как бы свои сайты. Это домашняя страничка. У меня все по нулям, конечно же. Давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, вкладочка «Сообщения». Здесь, значит, будут сообщения. Профиль, аккаунт, история авторизации, мои сообщения, мой профиль, финансы, вкладочка. Ну, финансы здесь что у нас? То, что я вот вчера просмотрела. Вкладочка «Рефералы». Будет находиться партнерская ссылочка, и также можно поделиться ссылочкой в социальных сетях. Ну и баннер. Что еще? Мой профиль. Ну, здесь ничего такого нет. Здесь дата рождения, страна. Я не знаю, надо это текущий пароль. Здесь особо ничего такого нет. Я думаю, для букса это ничего не обязательно. Значит, заработок. На своем сайте можно зарабатывать. Активировать партнерскую программу. Что у нас здесь? Давайте попробуем. Партнерская программа активирована. Значит, на просмотре сайтов. Все делаю в режиме онлайн. Показываю вам. Я расширение не устанавливала. Так, здесь серфинг сайтов. По 30 секунд. 10, 30. Ну, вот как бы так это все разношерстно. Вот. Давайте за 10 секунд. Раздача Pair. Вот, кликнула, идет внизу таймер. Давайте подождем. И вот здесь такая капча, друзья. Собачка и машина. Выбираем машина у нас и выбираем собака. Все, зачет. Капчу мы разгадали. Вот такая здесь капча. Все вот зачеркнуто, как бы просмотрено. Далее, на чем еще здесь можно зарабатывать? На коротких ссылках. Я не люблю эти короткие ссылки. Вот, добавить ссылку. Я сюда как бы... Далее идет расширение. Давайте расширение пропустим, пока я покажу, потому что буду устанавливать на YouTube. Значит, просмотры, лайки, подписки. Значит, просмотры, да, и видим здесь начать просмотр. Кликаем, нет пока у нас роликов. Лайки. Поставьте лайк видеоролику и просмотрите его, пока не закроется всплывающее окно. Вот здесь появится всплывающее окно сбоку. И как бы нужно поставить лайк. Ну и подписки. Далее YouTube. Задание. Также на выполнение задания. Читайте и выполняйте. Это на любителя. Также здесь есть бонус. Посещайте страницу каждый час и получайте бонус. Давайте получим бонус. Так, и что?
то мне надо здесь кликните. Укликнула. Ага, ждем вот. Подождите. Отсчет времени идет. Сейчас получим бонус. И опять рекламка. Как видим, самолет и слоник. Кликаем самолет и вот слоник. Все, окей. Так. И все. Мне зачислили 3 копейки. Ваш бонус 3 копейки. Теперь через час следующий бонус будет доступен через 1 час. Так, это теперь вернемся к расширению. Что-то меня перекидывает. Куда не надо. Расширение. Значит, что у нас? Для того, чтобы начать зарабатывать, вам необходимо установить расширение в ваш браузер. После установки в правом верхнем углу, ну как обычно, да? Значит, установить Chrome. Так, ну давайте попробуем установить. Вот ads.ru. Вот здесь показано, какой оно будет. Кликаем установить. Установить расширение. Вот оно скачивается. Такой вот, вчера вот я впервые увидела рекламу. Так, он скачался. Угу. Вот оно. Кликаем. Так, вот здесь надо. Где вот оно? Поставить вот так. Видим, да? Вот я сюда кликнула, чтобы оно установилось. Давайте кликнем. Введите ваш логин и пароль. Угу. Ну, давайте поставлю на паузу и введу это все. Ой. Так, опять логин. Пароль. Отправить. Так, добро пожаловать. Показ рекламы остановлен. Так, показ рекламы включен. Вот так. На вашем счете 15 копеек. Здесь с расширения можно переходить в личный кабинет. Кликнуть. Ну и нормально пусть. Так, по заработку я все вам показала. И также можно рекламить свои проекты. Контекстная реклама. Ой, баннеры. Значит, сюда добавить рекламку. Реферальная ссылочка, название, описание, цена клика показана. Тут можно регулировать, сколько вы хотите. Так, галочка «Показывать на партнерских сайтах», тип рекламы, контекстная, баннерная. Тут 2 баннера можно вставить. Ну и безлимит дневной, общий. То есть все это... Сумму тут прописываете, скрыть источник посещения, кликайте добавить, ну и пополнять. Ну, это для рекламодателей, друзья. Далее. Оплачиваемые просмотры. Точно так же кликайте на зеленую, заполняете все поля, все читаете. Также можно здесь еще расширение YouTube. Можно накручивать YouTube. Вот. Просмотры. Все это читайте. Секунды. И загружайте свою рекламку. Вот. Короткие ссылки, ну и задания. Вот такой вот, друзья, бокс. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Минимальный вывод отсюда. Вывод средств. Вот у меня, видите? Выпало окошко 5 рублей. Платеж у меня на основном счете 15 копеек. И минимальная сумма на вывод 5 рублей. Комиссия по нулям. Ну и перевод между счетами также. Недостаточно средств у меня. Тоже от 5 рублей.
Будет что вводить, будем проверять на вывод, естественно, писать видео. Вот. Ну а пока будем работать и зарабатывать. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!